Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале «Стройгарант Анапа», с вами я, Александр Никиенко. Наконец мы начали строительство в коттеджном поселке Встречный. Это у нас в поселке Стрелка. Помните, была презентация полтора месяца назад. Уже продали 6 участков, начались работы, уже отсыпаем основную дорогу. Трактор, как вы видите, уже работает. И это невидимость, это как мы и обещали. Мы держим свое слово, хотели начать в марте, но начали в конце февраля. Сегодня такая погода, видите, говорят, сибиряки переехали на юг и с собой привезли холод. Но в отличие от Сибири, здесь неделю вот такая погода, а там 12 месяцев зима, остальное лето. Давайте посмотрим. Здесь, друзья, у нас планируется 90 коттеджей в едином архитектурном стиле. По коммуникациям свет 15 киловатт, вода скважина, но занимаемся подготовкой документов для центрального водопровода. Я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Здесь будет также индивидуальный септик. И добро пожаловать в Стрелку, коттеджный поселок Встречный. По инфраструктуре, друзья, в коттеджном поселке Встречный, буквально здесь 2 километра школа, садик, больница, все необходимое для жизни здесь имеется. Здесь будете выращивать кубанские продукты, климат и так далее, здесь практически все как в Анапе. До Анапы отсюда 40 километров, до Темрюка 10, до ближайшего моря, это Азовское море, станица Голубицкая, всего лишь 20 минут на машине. Друзья, мы специально по вашим просьбам разработали такие проекты, как 50 и 60 квадратов. В Анапе такие проекты мы не строили, здесь мы будем строить. И цена 50 квадратов, например, под ключ с участком 5 соток – 3 миллиона 400 тысяч рублей. 60 квадратов на 200 тысяч дороже, то есть 3 600. Я думаю, это очень комфортная для вас цена. Вот, друзья, уже установили офис отдела продаж, такой павильон в нашем стиле, красно-белый или бело-красный. Думаю, что через неделю, а точнее на следующей неделе, он уже будет полностью функционировать на 100%. Поэтому, если будете ехать вдоль дороги, обращайте внимание, заходите, здесь будут менеджеры, здесь будут буквы, здесь будет сигнализация, ну, то есть все по классике. Поэтому добро пожаловать в «Стройгарант Анапа». Помните, что отдыхать на юге хорошо, а свой дом иметь еще лучше. Всем пока, до новых встреч!